Молодежный совет при главе города – это совершенно новый орган, чья основная задача – быть посредником между администрацией и молодежью. В совет входят учащиеся школ, студенты, молодые преподаватели, специалисты и воспитанники Дома молодежи, а также многие другие. То есть все те, кто в полной мере может понять, что необходимо молодежи в реалиях сегодняшнего дня. Конечно, вы всегда в гуще событий – школьных, городских, студенческих, общественных, патриотических. И это очень здорово, и вот эти ваши добрые начинания должны еще на более высокий уровень, наверное, подняться с учетом сегодняшних задач, с учетом избрания ваш молодежный совет, наверное, быть еще более активными. В ходе первого заседания был избран председатель совета, его заместитель и, конечно, озвучено главное направление в будущей работе. Самая главная наша задача – это дать молодежи почувствовать в полной мере, что они непосредственные участники организации молодежной политики в нашем городе, что они должны, они могут, и у них есть вся возможность для того, чтобы вносить свои предложения и участвовать в жизни города. Еще один вопрос. Первое, что сделаешь вот на этом, на посту председателя? Познакомлюсь с своим коллективом поближе. В ходе заседания глава обращал внимание ребят на то, что работа совета должна быть не формальной, а приносящей конкретные реальные плоды. Кстати, на носу выборы в молодежный парламент. Поэтому с уверенностью можно сказать, что работа по привлечению молодежи к активному участию в жизни города продолжится.